Привет, дорогой друг, ты смотришь дневник студенческой весны. Меня зовут Роман Блинсков. Сегодня третий день фестиваля. Сегодня выступает три института. Сегодня самый большой день по количеству концертных номеров и по количеству концертных программ. Сегодня выступает Химический институт, Институт механики и математики. Еще раз. Привет, дорогой друг, ты смотришь дневник студенческой весны. Меня зовут Роман Полинсков. Сегодня третий день фестиваля. И сегодня выступает, как бы это символично не звучало, три института. Химический институт, Институт математики и механики и Высшая школа ИТИС. Посмотрим, что сегодня у них получится, потому что три малых института по 40 минут каждый. Что каждый сможет показать, только увидим на сцене. И в конце программы вы сможете уже сделать свои выводы. В прошлом выпуске мы узнавали, все-таки есть кто-нибудь лишний из этой троицы или нет. Оказалось то, что нет. Но посмотрим, насколько сегодня они гармонируют между собой. Поехали мы начинаем. Третий день стартовал. Третий день мы решили начать не по своим стандартам. Мнение зрителей, конечно, очень важно для нас и для артистов. Но также интересно пообщаться с бойцами невидимого фронта. Техгруппа у нас уже была, теперь на очереди звукачи. Ну что ж, мы дошли до аппаратной, где мы раньше вообще не были. И вот у нас стоит, точнее сидит персонаж, который вроде бы за что-то здесь отвечает. Привет. Здравствуйте. Тебя как зовут? Максим. Что ты сегодня будешь здесь делать? Я отвечаю за музыкальное сопровождение во время номеров. Какого института? Химический институт имени Бутлерова. А сколько там у тебя треков-то вообще? Ой, нормально. Штук 15 где-то вот так. Хорошо. А ты, получается, только за ноутом или еще за пультом работаешь? Нет, я только за звук отвечаю, за музыку там, за все остальное. Хорошо. А вот на репетициях трудно было с ребятами? Да нет, все было понятно. Я буквально там на первую-вторую репетицию уже влился, и все шикарно у нас, так, ну, теплая атмосфера довольно. То есть не бывало таких разногласий, то, что ты, допустим, включаешь определенное звуковое сопровождение, ребята, ну, немного тупят и не попадают в него? Я сразу сообразил, и они сразу сообразили. То есть сыгранность 100%, да? Да. Хорошо, ну что ж, удачи тебе сегодня. Спасибо большое. Ибо от звукачей и от тех групп, ребят, вы знаете, зависит очень много на данном концерте. А теперь проверяем сыгранность Химического института и звукача их студвесны. И как бы это удивительно ни звучало, Максим оказался абсолютно прав. Все номера шли точно под музыкальное сопровождение. В конце первого концерта ребята на радость зрителей решили повспоминать всеми любимых мультипликационных героев, начиная от Лунтика и заканчивая Машей-следопытом. Собрались экзамен сдать? Не забудьте меня взять. Кто я такая? Шпора! Повторите еще раз. Шпора! Оу, ноу! Кажется, жулик хочет стащить мою шпору. Я стипендия спортивная для ловких и сильных. Я научный грант для умных ребят. Давайте вместе! Жулик, не воруй! Жулик, не воруй! О, ужас! Первый концерт прошел как по маслу. Зрители довольны, жюри вместе с ними, а наша съемочная группа, под овации зала, который адресован Химическому институту, отправились в гримерку Мехмата, чтобы узнать, что будет дальше. Что ты будешь показывать сегодня? Или ты в тех группе? Нет, я в хореографическом направлении буду показывать номера. Хорошо, сколько номеров будет? В хореографическом? Да. Три. Ну, чисто те, которые, в которых ты выступаешь? Три. Три номера. А всего в программе вашей сколько намечается? Сложный вопрос, по-моему, 12. 12 номеров за 40 минут, если я не ошибаюсь, да? Да. И как вы смогли 12 номеров уместить в такой короткий хронометраж? Мы, не знаю, старались соблюдать, по-моему, музыку нарезать правильно, совмещать какие-то номера. Вот. Хорошо, а каких направлений будут танцы? Народная хореография, современная хореография и экспериментал. Концертная программа Мехмата покорила абсолютно всех. А про их световое шоу и нет смысла что-то говорить. Вы сейчас сами все увидите. Канва вышла настолько трогательной, что наш оператор расчувствовался и записал такое маленькое обращение к вам, наши дорогие зрители. Знаете, вот я сейчас сижу такой, да, и думаю, а, собственно говоря, зачем мы это снимаем? А потом понял, всем миром правит любовь. Они спели свои финальные песни. Любовь! Закрывали третий конкурсный день студенты ИТИСа, которые в этот раз решили показать что-то космическое. Отдельно в их выступлении хочется выделить вокалистку, которая не растерялась из-за неполадок с микрофоном и продолжала петь для зрителей. А они же, в свою очередь, поддержали ее всем залом. Музыка.
целом, третий день фестиваля выдался очень красочным, ярким и насыщенным на выступление. Сейчас вы сами в этом убедитесь. Ну что ж, на этом все. Третий день фестиваля подошел к концу. Большое спасибо всем институтам за прекрасные концерты. Но особенно я хочу лично от себя выделить Институт математики и механики имени Лобачевского за действительно шикарные номера, особенно за световое шоу. Будь я членом жюри, это да, намек вам, чтобы меня посадили в следующем году в члены жюри, я бы вам отдал все свои голоса, если это, конечно, возможно. На этом все. Для вас программа вел Роман Полинсков. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Ссылку ты сейчас видишь на экране. А также смотри все наши выпуски на телеканале Универ ТВ. На этом все. Спасибо. Увидимся. Пока-пока.